На урон, который с подхилом. Не понял. Тот, который на урон с подхилом. Да. Ну, Ацарады. я его юзаю, он неплох. Неплох. Но он неплох только когда у тебя, ну, как бы, не два скилла, а на отхил один. То есть дополнительный Ну... хил нормально. То есть он где-то пол жизни снимает, не полностью. Ну, у То есть... меня вообще нету в этом билде А, ну тем более тогда. скилла на хил, у меня только печати. У меня этот стоит, Бекуган. Я думаю, под Бекуганом он должен хорошо дамажить. Ну, что-то я Ну, говорю. если тебе чисто на дамаг, то лучше уж тени тогда Шикамару взять. Но я вот сейчас выбираю, что лучше взять. Либо этот Опять Сюрикен сражение на оставить, этой либо... карте. Опять сражение. Так, давайте я тогда уж лучше сменюсь на что-нибудь более профитное. Андрей, а что ты Катун от Мадара не возьмешь? Я его пробовал, он долгозаряжаемый. Ну и что, зато сильно дамажит. И тебя не сбивают. Не, я привык уже. Молния плюс Аматерасу мне достаточно. Стан и спокойно попадаю этим дотом огненным. Мне хватит. А почему не используешь эту Аматерасу станущий? Аматерасу не станет. Нет, станет. Там есть вариант Аматерасу, который станет. Нет такого. Ну, это который в одну У точку бьет. Итачи? Так им еще попасть надо, блин. Да, им попасть тяжело. Это для баз, бой за базы, ведь когда танк стоит на месте. Да. Мне, кстати, вот эта комба дзюцу, вот эта молния, нить молнии, плюс Антон, вот этот вот, он мне помогает очень быстро накопить ульту. У них в команде там 7-й, 10-й, еще какой-то там, в общем, одни задроты и один новичок. Окей, держи в Задрот и один курсе. новичок. В смысле, 7-й, 10-й Хокаге? Да хай, нет, на Вот, 7-й, 10-й Хокаге, опять я джентльмены уровни, помогают. уровни, блин, вообще. У них Да раза в что так? 3-4 больше опыта. Да что происходит, блин? У меня весь интерфейс пропал. Да нафиг иди. Давай, чё, испугалась Жорика, Видите, да? какая справа. Я ничего не могу сделать. У меня все лагает, кажется. Я главное подлечил и умер. Да Да, в лаги смысле? продолжают. Нас сейчас вынесут к чертям собачьим, учитывая их задротский уровень. Да блин, я ничего не могу сделать. Меня бесит, когда я ничего не могу сделать. Так, я, короче, спрячусь в домике куда-нибудь сюда. О, я рядом со свитком. На тебя. Ну, буду со свитком, ладно. Спасибо, подтолкнул свитку как раз. Да ну блин, я ничего не могу сделать. Так, давайте Жорика снизу поставим, чтобы он их оплевывал. А исчезающий интерфейс это чит скилл, да? Это... Ты вообще обалдела, что ли? Это этого... Вниз иди! Как это вы... Господи, шина говорю. Ну, жуками кто управлял, короче? Шина. Шина. Так, вот, господи. Где это вообще? Я тоже не понимаю, что происходит. Пойдемте так, к свитку. Да, я тоже предлагаю к свитку идти. Андрей, пошли к свитку. Вот это самое позорное. Нафиг иди. Ух, все в порядке. Так, сейчас Жорика самое поставлю. Самое позорное в этих лагах, что они не позволяют нормально прицепиться к поверхности. Они тоже через два хила играют, смотри-ка. Это наша тактика вообще-то. А наш вышел или их? Вниз иди. Где? Я ничего не понимаю. Не могу дотянуться. Я просто не могу до них дотянуться.
Не-не-не-не. Иди гуляй. Так, там... Свиток не все, тоже, ну ладно. Эх ты. Где вы там все? Внизу, что ли? Блядь. Да, Андрей, мы на дне. Понятно. С двумя хилами. Эх. Так, я, у меня есть ульта. Я готов их убить. Ау! Фу! А, я... Дико повезло! Мне тоже. Я был на стенке, я не упал. А, окей! Вообще пофиг на вас. Сейчас я Жорика позову, он вам всем даст. Всем сыплет, да? Да-да-да. Так, где вы все? Давайте! Бабах! Минус два. Отлично! Что? Они не погибли? Как-то не погибли. Погибли. А, погибли? Это я их убил, да? Да. Ну, я думал. Ну, почти по них. Осторожно! Ой-ой-ой! Андрей! Андрей, живи! Я жив! Я жив! Да блин, я вообще ничего не могу сделать. Меня бесит это. Ух, вовремя. Хил прошел. Да капец какой-то. Да, убей их, Андрей. Че, почему мы еще не победили? А один остался еще. А вот кто-то, и он. Кто-то выжил? Напрасно. Блин, он под землю, под землю ушел. А, спрятался, да? Ну еще, Жорик тебя достанет. Давайте, место встречи изменить нельзя. Идите сюда. Так кто у нас без хила? У нас рандом без хила ходит. Так что мы их тут ждем? Внизу один. Где, 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 где? Ты с ним? Да, я вот сейчас у них двое. У них, кстати, скоро сон должен быть. А у тебя сон готов? Нет, у них скоро будет сон готов. А, тогда лучше я предлагаю на твердую поверхность идти. Да, на твердую поверхность включить. А, вообще пофигу. Мне не понравился этот бой. Вырежем. Чему? У них вообще-то приличные левелы были, кроме одного. Но нам повезло, что у них вылетел кто-то. Наверное, тот, кто вылетел, от него и лагал. Компуктер себе пускай сперва купят, а потом уже в такие игры играют. Компуктер, да? Смотри-ка, Андрей себе новые штаны выбил. Я в прошлый раз еще выбил. Я вот наблюдаю, здесь клан котят какой-то появился. Да, я тоже. Я первый раз, правда, их вижу. А может быть просто так, это не клан, а не очень любит мудриться. Ну, теги в скобках обычно клана все пишут. Ну, обычно, но не всегда. Что за провокация? Не два танка и два дальника. Ну, легко сейчас отделаем. Ой, ничего не лагает. Да пошли сразу на свиток. Что-то они как-то странно слева засели. Тут хотя бы нет пропасти. Хотя... Ох ты. На свиток пора идти уже. Согласен. Поздно. Поздно. Давай, Жорик, помогай нам. Ау. Помогай. Блин. Меня вынесли. Ни хрена себе, мы скоро. Уже? Да.
Они все на меня напали, а вы где бегаете? Ладно, идем на свитер. Там один, и я. У меня зависло все. Алло, кажется. Ну, у нас было очень плохо все, короче говоря. Блин, они опять взяли. Меня убили. Меня убили веером. Блин, немножко не хватило бульки. Подлагивает, да, есть тут. Сегодня какой-то день плохой, как я понимаю. Ладно, я предлагаю собраться где-то в одном месте. Андрей, я иду к тебе. Меня Гигабай, ты с нами? Я-то с вами, да, я убегаю. Так, давайте, давайте к свитку. Я взял. Все, давай, пора вас. Так. Там один танк битый. Андрей, добьешь его? Я постараюсь. В смысле постараюсь? Не постараюсь, а добью. Да, догорел. Догорел. Да в смысле, у тебя же стан был, почему я в тебя не попадал ни разу? Ага. Блин, это вот почему-то достал. Есть! Так, нужен подхил. Перезарядка. Ага. Так, есть. А, смотрите, они сменили тактику. Они на хилов переключились. А-ха! Гигабайт! Да, ничего. Так, ну, у меня сюда. Я готов купить. Блин. Зря они меня проигнорировали. Ой, сейчас будет хорошо. Блин. Давай, спам там хилом. Я бегу к тебе. Я обожаю. Мой шанс. Отлично. Давай. Он нас спряталась под землю. Ух ты. А, не важно вообще, я тебя и там достану. Гигабайт. Но они не убьют нас. Только пес. Не бей моего Жорика. Ты на Жорика что ли быкануть решил? Жорик тебе покажет сейчас. Нихилис, да точно. Блин. Догнать его. Отлично. Все. Отлично. И что Жорика решили быкануть? Жорик вам покажет еще. У меня 8 убийств, фигась. Ну, благодаря, конечно, вам, ребята, но все равно 8 убийств. По сравнению с молнией, но бьет очень... И, по-моему, немножко площадь больше. Да, площадь больше, да. Вот это их как раз спасает. Они думают, что такая же, как у Кирина, наверное, площадь, а нет. Больше. Андрей. Посоветуй какой-нибудь на дальнего ниндзюцу, который играет от стана. Ну, вот нить молнии... Получается, она вгоняет в стан и там парализует. Не-не-не-не-не-не. Вот. Ниндзюцу, которая будет полезна вот уже после стана. Вот есть достанет противник. Не, после стана, только на урон любую.
Да, любое можно брать. Можно хоть Мадару брать, хоть Энтону, нет, хоть Аматерасу. Самое полезное после стана это Чидори или как Энн там. То, что она быстро идет, ну, как сказать. Чидори? Да. Давайте попробуем. Ну, это у тебя получается на дальнике будут ближняя атака. Вот единственная проблема. Да, пофигу вообще. Просто после того, как ты заставил, тебе надо быстро убить. А если быстро, то это к Чидори. Давайте, наверное, вот так и сыграем. Я думаю, будет интересно. Чидори! Так. Сип, тише. Нет, 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 Андрей, никаких свитей. Смотрите, я похож на школьника. Бой за флаг. Бой за флаг? Да. Я сыграю дальником. Я сыграю ближником. Андрей против нас! Сейчас метеорит. Андрей против нас. Это сейчас Андрей выясним, чей это выясним. О! Мы тут метеоритами меряемся. Че, Гигабай, как будем действовать? От обороны? Ну, учитывая, что нас подслушивают, молча. Молча? Хорошая тактика. Я знаю все ваши мысли. Я знаю все ваши штучки. Это тебе так хочется думать. Потому что я играл с вами. Я все вас знаю. Хотя у вас есть шанс удивить меня. Конечно. Сейчас, Андрей, я тебя так удивлю. Ты офигеешь. Кикни его из команды, кикни. Он из боя вылетит. А так можно, что ли? Ебать, я предлагаю убивать Андрея. Вот целенаправленно его. У меня какой-то Минато Пейн недоделанный в команде. Заберите меня обратно. Нет, Андрей, страдай. А, ну ладно, я побуду самое, в одном месте. Моим любимым, да. Я пойду свиток возьму. Ебать, я предлагаю не торопиться. А, ну ладно. Окей. Я взял цветок. Так, это кто там? Врал один. Легко, да? На. Так, ну все. Так, вы сразу... Че, вы сразу? Без передыха? Да. Ну вы там поубивайте их пока... Ну, Гигабайт, их тут двое уже. Ничего страшного, ты справишься, я тебя видел. А, блин, я не попал. Что это? Откуда эта штука прилетела? Что это? Ты еще идешь брать флаг? Я иду... А, пардон, я не в вашей команде. Ну или хотя бы убивайте побольше. Ну, ладно, давайте. Это нечестно. Не так забрали. Да. Эх ты, забрать флаг. Криворучка. Половину есть. Еще парочку убейте. Нам подхил бы не помешал, на самом деле. Да блин, опрокидывают их. Меня это не устраивает. Слева к нам идут по стене. Да, конечно. Идем. That's it.
Ох, их тут несколько. Этого я как не ожидал. Вы что там, не вообще что ли? Не обороняемся? Не, мы обороняемся. Меня убили. Ну ладно. В следующий раз. Ну так, пошлите на атаку, я принесу и все. Только флаг так. Не бери. Что-то там слишком много. Нафиг иди. Давай. Да блин, почему? На место флаг. Блин, мне все перепуталось. Да блин. Я не могу прочувствовать, когда ниндзюцу у меня откатилось, а когда нет. Там один с нашим флагом идет герой. А, уже все. Ну, мне опять кривые руки просто попали в команду. Да-да-да, Андрей. Тебе повезло, что на тебя метеорит не упал. Ну, я свои еще давненько. Ну, ладно.